еще вчера, обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем, мы много, очень до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен в проблемы и дела Абхазии. Мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. А то, что Абхазию, как он говорит, нельзя ее бросать, надо помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально. Вы не думайте, что я вот тут приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Ты, Аслан, это хорошо знаешь. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный и в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Но главное, чтобы здесь народ жил достойно. Потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые. Не для лести вам говорю, святые. Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения.